я сидаю на кровати, прыгающей в длинной ночной рубашке, танцующей на скинке какой-то. И с этого началось мое знакомство с сестрой, старшей меня. И это продолжалось всю жизнь. Потом была эвакуация, потом мы стояли где-то, какие-то плаши у меня, когда мы стояли в часовой очереди, чтобы пообедать в какой-то столовой. Потом еще какие-то моменты, вот здесь вот буквально из окна видно, где это метро, куда мы бежали во время бомбежки. И когда она меня спрашивала, ты боишься, какой сирен, доктора? Я говорю, нет, держая за руку, я не боюсь, вот у меня коробочка трясется. Это такая вот мой день, вот мая рядом. А потом все эти ее спектакли, да, триумфальные выступления были, когда не забуду ее спектакль «Ледяное озеро», когда такая была страшная обида, все уехали в Лондон, ее не взяли, начались какие-то гонения на нее. И вот публика, чтобы как-то поддержать ее, устроила во втором акте, во время ее выхода на сцену, устроила, это даже не овация, была это какая-то лавина, буря аплодисментов. И я был счастлив за нее, что это, что она чувствует эту поддержку, настоящую поддержку публики, настоящий народный артист. Не по званию, а действительно. И многое другое. И я счастлив, что я послужил мостком, чтобы познакомить ее с Альбертом Алонсо. Я написал Майе письмо, что едет Альберт Алонсо получать берегу. Я хочу, чтобы Майя, мама с ней пошла в Лужники, спектакль «Консулар», который ее забрал. И Майя была так возбуждена этой новой хореографии, этой свежести, что, поднявшись на сцену, она ему сказала, может быть, вы сделаете для меня «Кармен»? Она была себя ролью, о которой она мечтала. Альберто, конечно, согласился сразу. Так, что перебью, Илья, может, вот Альберто там есть, там, а потом вот эта статуя Арабеск, я отлично помню, как Эдинсон Манезер ее создавал скульптор. Это жена этого Манезера. Она сделала целую серию артистов. И лично вот то, что я говорю, что... А я видел, как ее принесли на руках, мы жили здесь в Копельском проезде, в Сочинском проезде, который сейчас называется «Дом». Пожалуйста. А, где общежитие было? Да, да, мы же там жили с ней. Я помню, как она порвала икру и как она... за рулем, несущимся за врачом. Ну, какие-то вот такие, когда она была рядом, и, конечно, она была человечной, она божественная на сцене, с жизнью она была вполне земным человеком, с горестями, с радостями, и, в общем, и все равно, даже в этом она была неземная, то, что она сейчас присутствует рядом с нами, я абсолютно уверен. Спасибо большое. Можно картинку?